просто капец. Отвлекают внимание. Очень много людей, очень много людей. Очень. Это город Минск. 23 августа 2020 года. Стелла возле музея Великой Отечественной войны. Постоянно говорят в рупор, чтобы люди расходились, что они нарушают общественный порядок. Кто-то двигается в сторону Комаровки, но многие просто-напросто приходят сюда. Значит, начиная вот. Давай подойдем вот туда поближе. Мы подойдем сейчас, да. Просто я хочу подальше от Стеллы. В общем, говорят, что мы нарушаем действующее законодательство и предупреждают, что может быть применена физическая сила. И специальные средства. Да, и специальные средства. Но здесь очень много людей, прям очень много, начиная от дома спорта, заканчивая проспектом Победителей. Все кишит просто символикой. Интернет еще работает. Гостиница «Планета». Все сюда пришли. Вот. А со стороны Орловки было замечено много машин, спецтехники, автобусов и тому подобного. Музыку они зачем включают? Мне интересно так. В общем, включают «В небо наш родимый дом», первым делом самолеты. Потом они предупреждают снова, что мы нарушаем. Потом они снова включают какую-то музыку. Непонятно. Вот. Такая обстановка. Я так понимаю, люди передвигаются и по проспекту. Движение перекрыто. Обстановка. Сейчас 17:38.